Покупка через интернет. Торговля в сети имеет множество рисков. Важно знать и соблюдать правила онлайн-шоппинга. Безопаснее всего покупать в известных крупных магазинах. Если это небольшой магазинчик, то прежде всего следует проверить его авторитет. Узнайте, как давно он существует. Обычно в нижней части страницы пишется год, когда был запущен сайт. Мы рекомендуем, во-первых, читать отзывы по группам. И не только на сайте этого магазина или этой социальной группы в социальной сети, но и в других, в сторонних каких-то сайтов. Сейчас очень много и кто обсуждает, и черные списки создают этих сайтов. Также необходимо защитить персональные данные. Всегда пользуйтесь антивирусом. Важно, чтобы он регулярно обновлялся. Специально для оплаты в интернете сделайте отдельную банковскую карточку. Лучше перестраховаться, чем потом сожалеть.